Привет, друг! С тобой Эван. Стоп, ты забыл, кто такой Эван? Ну, Эван — это тот чел, который раньше в малинке в трусах бегал, все с Гуччи. Ашки, кстати, коллекционирует, покупает их за дохера миллионов. Говорит, что любит BMW, но у самого очень много мерседесов. Слышал такого? Как ты, брат, меня не узнал? ЕПРСТ, всего лишь мы с тобой не виделись 2 недели. Ладно, без шуток. Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, как всегда. Действительно, с момента прошлого ролика прошло ровно 2 недели. Кстати, последний видос был как раз о том, что Рейдж хана. Из-за того, что нужно удалить все лицензионные там шмотки, тачки и прочие упоминания о них. Многие подумали, что я ушел с Рейджа и все, мой канал закрылся. Но нет, ничего. Я просто писал дипломку. И еще сейчас ее пишу. Предварительно я уже одну часть сдал. Теперь еще нужно ее дописать, исправить ошибки и сдать вторую часть. Да, кто не знал, я уже заканчиваю 4-й курс. Поэтому, как только у меня нашлось свободное время, я хочу записать что-то на канал, чтобы вы не забыли, что такой человек еще существует. Поэтому сегодня с роликом особо мудрить не будем. Уже когда я закончу писать дипломку, ее сдам, тогда можно уже будет придумать что-нибудь интересненькое. Поэтому сегодня мы просто будем открываться 15 кейсов с Battle Pass и надеяться, что нам выпадет что-то годное. Конечно, это должен был сделать после того, как выполню остальных 50 заданий первой недели Battle Pass. Но если честно вам сказать, пацаны, я это сделал максимум 2 задания. Мне сейчас вроде 52 задания из 100. Ну, короче, да, я на сервер не заходил. Но если заходил, то афкашил максимум и лутал бабки. Поэтому, да, присаживайся подобнее. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получи 50 тысяч рублей и VIP-статус на 1 день. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, ребят, как я и говорил, последние дни я вообще на смотре ничего не делал. Даже были такие дни, что я 3 дня не заходил. Конечно, не заходил, потому что я за 3 дня максимум спал часов 10 и писал дипломку, мотался с одного города в второй город там. Короче, очень была жесткая за парой, думаю, вы понимаете. Если не понимаете, то поймите. Вот. Лутаем бабки. 92 миллиона у меня сейчас. Ну, херня вообще. Но я бы сказал, что... Ну, блядь, это не бабки. Да ты что, охуел, блядь, сука? Короче, собираем на какой-то гиперкар. Как многие там мне уже писали, что Эван собирает на Верон. Я, конечно, хочу Чирон, но придется покупать, скорее всего, Верон. Потому что на Чирон мне денег не хватит. Ну, или я продам Диабло. А, и кстати, да, уже Смотра начинает активно заниматься убиранием, упоминанием брендов. Теперь все автомобили без названия, ну, как бы, просто модели. И шмотки тоже теперь такие. Гуччи, что тут еще? Нью-Йер. Ну, лиса это так. Никике. Да, ну какой же Марс охуенный, не могу. Ладно, тогда нажимаем Battle Pass. И... А, у меня даже 51 задание. Ну, короче, я нихера не сделал. И 145 очков. Это 14,5 кейсов. Но в названии будет написано 15. Но я постараюсь еще набить 5 очков до того момента, как я смонтирую ролик. И мы откроем в этой серии 15 кейсов. И будем надеяться, что нам выпадет что-то годное. А что именно годное, я бы хотел, я вам сейчас покажу, что я бы хотел. А что-нибудь годное, это фигурки на плечо. Одежда мне, если честно, не интересует, потому что мне еще в первой серии выпал вот этот адик толстовка. Мне никто по нему не написал, тупо никто. Что там говорили, в Battle Pass эксклюзивные вещи, вся херня, да? Кстати, если вспомнить прошлый год, а именно зимний Battle Pass, то мне достаточно везло, ведь мне выпало 3 цепочки, одна уже на мне и 2 перлы, которые я продал за 100 тысяч, потому что никто не писал за 100 тысяч, они улетели прям по-бырому. Мне выпало 3 портфеля, к сожалению, ни одного мишки. Мне выпала борода, усы и верхняя одежда. А, и шапки еще были. Поэтому в прошлый раз я на одежде заработал около 8 или 10 миллионов, если честно, уже не помню. Надеюсь, что в этом повезет также. Поэтому что, нажимаем открыть кейс и будем надеяться на удачу. Первое, это не портфель, да? Золотой слиток. Всем спасибо, пацаны, и всем пока. Тут мне не надо вот это, потому что я могу это случайно нажать, но мне этого не надо. Кстати, пацаны, куплю 10 тысяч донат. Может, кто-то продаст? Надо кейсы открыть. Может, повезет какой-то мистрал выбить или что-то еще.
Да, блядь, это что за пиздец? Какая нахуй М-ка? Давай что-то нормальное. Штаны US Style. Какие-то просто обычные оливковые штаны, просто не прогруженные. Что, опять штаны или верхняя одежда? Верхняя одежда, черный Palm Angels, смотрите. А губу тебе не закатай, а? Понимаю. Понимаю, блядь. Давай. Ну, портфелик, вот сейчас. Stone Island. Блять, я не буду одевать ее, мне придется за нее пояснять. Во, вот сейчас портфель, блядь, прям чувствую. Так, пацаны, если сейчас... Вот, вот сейчас идеально просто. Идеальный портфель. Давай. Nike. Ну, Nike я угадал, но это не портфель. Сука, почему так не везет? Я капец хочу фигурку себе на плечо, особенности Пикачу. Она стоит ляма 3-4. Не, пацаны, в пизду. Кто смотрел... Сколько у меня там кейсов осталось еще? Battle Pass. 6 кейсов, нормально. Кто смотрел, кстати, предыдущий ролик по открытию именно в зимнем Battle Pass? Ссылочку оставлю в описании, если вам интересно, можете зайти посмотреть. Самое везучее место лично для меня — это Пирс. Именно там я выловил 3 в своих портфеле, и больше всего мне везло. Где я не открывал в любом другом месте, мне выпадало полное дерьмо. Поэтому я думаю, 6 кейсов последних нужно отправить, как бы на Пирс открыть. Ну а там уже как будет, так и посмотрим. Но еще очень одна важная деталь — это то, что на Пирсе мы открывали на Урусе. Поэтому что? Подъезжаем в вот это же место. Я надеюсь, никто орать в микрофон не будет. Глушимся. Да, вот такую бы кофточку, вот такой бы портфелик, и было бы имба. Просто реально. А что? И открываем. Да, ну это говно, наверное, да? Вообще, зависит картинка, вот эти ящика, вот это вот. Ну, блядь, ну уже неплохо, да? Ваджем, я понятия не имею, что это такое. Погнали дальше. Вот это тоже должно быть что-то норм. Должно. 100 тысяч сейчас выпадет. Бейб. Ебать, я вам говорю, пацаны, Пирс решает. Решает. Не, вот сейчас говно. Я уже понял. Глок. Ну дай, бля, фигурку или портфель. Ну, блядь, нахер мне тут портфель? Давай мне фигурку, плиз. Плиз, 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 плиз. Понимаю. Это к сету. Бля, штаны неплохие, а от кофта говно полное. Адики. Ну, блядь. Ну, пацаны. Ну, нет. Ну, пожалуйста. Охуенно, нахуй. Можно свою палатку, блядь, со штанами открывать. Сколько мне? Три или четыре пары выпало, да? Четыре, блядь, четыре. Раз, два, три, четыре. Охуенно. Ну что, пацаны, пришло время сортировать все говно, которое я собрал. Это Battle Pass, давайте галерея мою наград. Что нужно забрать? Ну давайте заберем свитки. Свитки. Слитки, блядь. 100 тысяч, бац, на базу. Мне еще раз слитки выпали, серьезно? А почему я их проморгал? Ладно, нет свободных мест, понял. Базу. Ну и тут, в принципе, все, да? Одежда, штаны. А, ну и деньги. Ну, бля, ну такое говно, да, все? Вернее, продаю, пацаны, очень красивую одежду, подойдет на всех, закупайте, будет. Ладно, по итогу конца ролика у нас получается вот так. Адики, Адики, Stone Island, Бейб, VGM, понятия не имею, что такое, Air. Stone Island, US Style, не знаю, и толстовка Adidas. Самое пиздатое отсюда — это Бейб. Потом, возможно, розовые адики, потом черные адики. Наверное, еще американка вот эта. Ну, короче, такое. Смогу ли я вот это все продать, не знаю. Если что, пишите мне. Там либо в ВК, либо в Discord. Ладно, уже так и быть, я оставлю Discord в описании. Может, кого-то это заинтересует. Но самое главное, то, что я хочу продать весь свой сет. Вот так он выглядит. Это перчатки, которые стоят, не помню, 100 тысяч, да? Белые 0%. Портфель Gucci 5%. Но только не забывайте то, что я их буду снимать, и там износ будет появляться. Потом шапка, ну вот это я не знаю, будет ли вам интересно. Пальто Gucci 39%. Спортивки Gucci 5%. И кроссы 30%. И вот этот я весь пак продаю, то есть без цепочки, ну и без верх. Ну, если вам верх интересен, тоже могу продать. Пишите также мне в Discord, либо в ВК, договоримся о цене. Хочу уже что-то приодеться нормальное. Ну, теперь самое интересное. Они же говорили, все вещи с Battle Pass, да, не имеют износа. Вещи, это касается оружия, водолазных шлангов, вот это тоже или нет? Наебали, понял.
Так, ребят, прошло буквально полдня. Я накопил на один кейс ровно 10 очков. Поэтому давайте в бассейне прямо здесь его откроем. И будем надеяться на что-то хорошее. Но я уже вижу, что это говно. Так, пацаны, я не забыл. В одном из предыдущих роликов я разыгрывал 200 тысяч. Все, что тебе нужно было сделать, это подписаться на канал, поставить лайк и написать любой комментарий. Поэтому в этом ролике мы также сделаем конкурс. Условия остаются неизменными. Лайк, комментарий и подписка. Ну и давайте подведем итог за предыдущий ролик. Поздравляю победителя. Ну, а у меня, в принципе, на этом все. Вот такой видос получился. Я надеюсь, тебе он понравился. Не забывайте, не теряйте. Колокольчики нажимайте, чтобы не пропускать ролики. Они же так часто выходят. Вот. Поэтому, да, всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.